Сейчас активно проходит выбор по территориям для благоустройства. Десногорцы рады, что теперь появилась возможность сделать город уютнее, и активно включаются в голосование. Очень нужны проекты. Конечно, современный наш город хороший. И, конечно, нужно, чтобы еще было лучше, чтобы где-то было отдохнуть. Всего за оба объекта проголосовало более 10 тысяч человек. Выбирают территории, которые пользуются большей популярностью у горожан. Для детей. А то негде детям не покататься, ничего. Вот это нужно. Все желающие могут проголосовать на сайте администрации desnogorsk.admin-smolensk.ru, в интернете на площадках Десногорск пресс-служба, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, ВКонтакте и по адресу desna-press@admin-smolensk.ru. Уважаемые десногорцы, принимайте участие в голосовании. Давайте сделаем наш город лучше.